Мое намерение исполнилось. Для меня это был вызов. Все люди, которые меня окружают, я как будто их впервые вижу. Я как будто впервые вижу себя. В данный момент полная осознанность и неимоверной радости и любви нахожусь. Понимаю, что мое предназначение – просто жить. И есть ясно, есть легко. Простые хобби становятся просто неимоверными ощущениями. Я больше не могу плакать, потому что я сразу начинаю смеяться. Каждый день – это целая жизнь. И тогда, мой друг, ты увидишь ясный свет, ты раскроешь красоту творения. И тогда все вдруг, вдруг раскроется вокруг, ты увидишь вечный свет мгновения. И тогда, мой друг, ты почувствуешь тепло, ты почувствуешь огонь нетленный. И тогда вокруг все возрадуется вдруг, ты почувствуешь любовь.